Привет, канал. Сегодня у нас 10 число декабря. В общем, ролики будут больше похожи на дневник. Как мы живем, что мы делаем. Будет изменение в этих видеороликах. А сегодня мы оплатили и заказали GoPro Hero 12. Новейшая камера. У айфона все равно лучшая камера, лучшая картинка и лучше, чем у GoPro. Телефон греется, телефон портится, царапается, песка и так далее. То есть попробуем возобновить лайв именно через GoPro. А сейчас у нас вечер. Мы едем прогуляться на пляж с собакой. Она кричит на заднем плане. Сейчас мы под песни «Наши миры». Весело, вот даже музыку она перебивает. Едем половить крабов. До Бангтао можно стоять в пробке 20 минут, а можно 20 минут ехать, но мне, например, комфортнее больше 20 минут и чуть больше километров именно ехать. В предыдущем видеоролике, если кто не смотрел, мы затронули такую тему, что мы начали жестко планировать свое время в календарь, добавляли абсолютно все: стирка, завтрак, ужин, обед, прогулки, выходы, магазины. То есть жесткое планирование себе устроили. То, что мы слишком жестко себя стали планировать, и это дало обратный эффект. Если вы собираетесь что-то планировать, ходите к этому с умом, потому что в планировании бывает еще такая штука, что ты запланировался жестко, в один день все сложилось, а во второй день не хватило времени. По какому случаю мы здесь собрались? Собака гуляем, чтобы она крабов поводила. Ставишь вертикальную ставку где? В складку, как она сейчас с крабом воевала. Бывают такие дни. Попадают раз в месяц. Когда мы закончили все дела пораньше и хотели поехать на закат. Но весь день светило яркое солнце. Андрей даже обгорел сегодня. Вот Андрей обгорел. Выезжаем мы на закат. Что вы думаете там? Дождь. Что там? Там за мной туча справа, туча слева, туча впереди, туча. Это значит что? А это значит, что заката не будет. Мы, конечно же, погуляем. Мы сейчас второй раз, да, пытаемся на закат поехать? Третий. Приехали на пляж Бангтао. Возле отеля Moving Peak Бангтао. А кто еще с нами? Борис. Какой такой Борис? Животное. Мир, что ли? Да. Не, ну закат сегодня слабенький, но есть. Хоть что-то. Первое приключение и прогулка с собак. Привет, мир. Привет, мир. Вай. Теперь мы снимаем на GoPro. Пум-пум. Когда у меня была GoPro, там не было еще вот этого экрана. Это наш поселок. В таких домиках мы живем. Они все пипец одинаковые. Да? Это наш дом, это наша машина. Это собака, которая не хочет идти домой. Ронь, пойдем домой. Давай, идем домой. Так мы каждый раз отнимаем у нее мячик, чтобы она шла домой. Мы нарядили елку. Камера у нас еще здесь, фонарики. Вечером это очень красиво. У нас еще вот эти шарики, они тоже лампочки. Привет. Привет. Куда собрался? Гулять. Гулять? Да. Привет.
мы микрофон сейчас проверяем, потому что у нас все видео начинаются. Как мы куда-то едем, полчаса. Потом, когда мы приезжаем на место, мы там 2 минуты проводим от силы. Поэтому не хочу снимать. А просто проверяю микрофон. Так, это очередное тестовое видео GoPro Hero 12. Проверяю микрофон. Мы едем. Сейчас 80 км в час. О, самолет сел. Ой, самолет взлетел. И я потом посмотрю, насколько она хорошо снимает, насколько хорошо пишет звук. Да, если сейчас звук плохой, то мы будем подключать AirPods. И, в принципе, всегда в AirPods ходить, потому что зрители на канале постоянно пишут о том, что им не хватает звука. Смотрите, какая красота. Это Каолак. Случайно увидели это местечко, никого нету. Пляж огромнейший. Здесь вот есть комплекс такой. Судя по всему, вилла гостиничный. Вообще ни единого человека, только мы вдвоем. Но это очень красиво. У меня нет слов, какой большой, а одинокий пляж. Мы приехали на этот понтон, который я только что показывал. Кстати, проверка микрофона, насколько меня было слышно. Вот этот дикий пляж, мы доехали до понтона. Только что были, вот там я снимал. Сейчас пару, несколько километров. Визуально это другое. То есть это Таиланд, но это другое. Что, нравится? Да, вообще красиво, офигеть. Смотрите. Сейчас пойдем потревожим рыбаков, спросим, что они наловили. А, да, вон видишь, домики отельные. Да. Еще одно красивое место. Да, в принципе, вся дорога живописная, мы впервые здесь оказались. Здесь совершенно другое море. Оно и спокойное, и буйное одновременно. Короче, мы решили поехать домой, да? Это уже попытка номер два доехать до Каолака. И в очередной раз мы встречаем столько красивых мест. Эмоции переполняют. И что мы решаем не доезжать до конечной точки, чтобы не перенасытиться. Вот. Так? Правильно да, говорю? Все, да. Вот. И решили поехать домой, заедем еще на один пляж. Блин, так классно, оказывается, выезжать куда-то за пределы. И витамин.
Нам нужно срочно палку для этого. Для GoPro. Для этого, самого. Да. 5 минут 5. Сейчас подойдем к пляжу. Это вот эту точку надо занести в закладке. Есть! Слушай, это можно смело в закладку занести. Бесконечный просто пляж. У меня нет слов, у меня один большой. Видишь этот цвет? Этой воды? Ты куда бегала? Я за крабами. Крабов. Их сотни просто. Пойдем к храму сходим. О, тут есть правила. Сейчас покажу правила. Не плавать. Никакой бикини. Да, вот такие вот правила, Диана. Это храм, да? Это храм, да, там будто внутри, ну, эти... Он полностью из дерева, так полагаю. Да. Вот эти вот деревянные каркасы, не знаю, что это. Я хочу посмотреть на него с той стороны. Пойдем посмотрим на него с другой стороны. Красивый храм. Мне нравится, что он полностью из дерева. Да. Потому что последний храм, где мы были, он был из камня. То, что оно из дерева, это прямо определенно добавляет ему несколько баллов. Шарфман. Копилку. А еще вот эти окна на просвет. Смотри, окна. Да. Для того, чтобы там был сквознячочек. Пойду. Пойду зайду туда, получается. Нужно оставить обувь. Забрался в фотозону. Смотрите, какой стометик. Это ли не мило? Есть качельки. Вообще здесь прикольно. Здесь очень много столов. Могу предположить, что здесь в праздничный день очень много желающих отдохнуть. Поесть, пофотографироваться. Продолжаем гулять в этом замечательном месте. В моих руках GoPro Hero 12. Я настолько привык снимать на телефон, что я разучился говорить что-то на камеру. В принципе, держать в руках камеру, даже такую маленькую, как GoPro. Вот, постепенно буду учиться. Поддержите меня там, что ли, лайками, комментариями под этим видео. Или напишите, верни телефон, или напишите, оставь GoPro там. Какую-то реакцию поставьте, пожалуйста. Gentle wind and rain.
заново.